Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Так, Анися написала, отменяется. Нет, как говорится, не дождетесь. Но пасаран, мы не отступим. И мы будем идти до победного завершения, несмотря на все, что происходило бы в мире. И сегодня на этом вебинаре я вам на самом деле приведу аргументацию, пример, который я так давно искал, и меня это очень сильно вдохновило двигаться еще больше, еще сильнее и еще быстрее. Меня зовут Суходоев Алексей, я являюсь представителем правления SkyVault Community. В work-структуре я возглавляю одно из самых крупных, пожалуй, отделений – это отделение распространения. Оно отвечает за международное создание стратегий, выстраивание маркетинга, продаж, отдел по пониманию, то есть все материалы по пониманию, дизайн, брошюры, лендинги и многое-многое другое. Настанет тот момент, когда мы представим вам все отделы, и это произойдет, когда мы уже преподнесем всем вам, дорогие друзья, дорогие участники сообщества SkyVault Community, наш проект приемный. Это будет не просто Google таблицы, и если мы как SkyVault Community к чему-то прикасаемся и что-то создаем, то это должно отождествлять наше название. И приставка Sky – это не просто так. И не просто так мы ее сохранили. Мы никогда не раскрывали этой тайны, но сегодня я вам также об этом поведаю. Итак, я могу сказать, что два года назад компания Unisky Strain Technologies сменила бренд. И смена бренда была связана, естественно, не то, что там нужно было что-то поменять. Нет, это совершенно новый этап развития, это предкоммерциализация, это международное позиционирование, это международный рынок, и это смена вообще как бы смысловой нагрузки компании, то, что она из венчурного проекта, стартапа уже, в принципе, превращается в компанию полноценную, которая уже готовит продукт для будущих заказчиков. Я вам это сказал не просто так. На прошлом вебинаре я показывал три базовые основы SkyVault Community, и сегодня эти цвета вы видите тоже, возможно, в первый раз. Вы будете их встречать очень много, очень часто, и это то, о чем я проводил вчера свой первый прямой эфир в Инстаграм Кыргызстана. Представьте, у Кыргызстана, у нашего сообщества появился Инстаграм. На прямом эфире, кстати, было в пик 61 человек, и там я объяснил концепцию трех базовых основ SkyVault Community, что, на мой взгляд, несет в себе максимальную перспективу. Ну, на мой взгляд, вот если бы я развивался, это был бы мой неизбежный рост, если представить меня новым партнером абсолютно с нуля, с тем опытом, с которым я пришел в 2014 году развивать по всему миру технологию струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого. Ну, естественно, не в производственном плане, не в инженерном плане, а в финансовой инженерии через систему, основанную на модели построения сообщества мирового масштаба. То есть это community-based model. Я хотел бы вас попросить, дорогие партнеры, единомышленники, давайте переформатировать свое мышление, не то что стирать, но трансформировать, и избавляться от такой терминологии, как сеть, как структура, потому что на самом деле это к нам относится малым образом. Нас с этими понятиями связывает только единственная модель, которая сейчас, да, она работает и будет работать, несмотря на то, что внутренний отдел продаж запустился, это партнерская программа. И далее нас с MLM, в принципе, это ничего и не связывает. У нас нет обязательных закупок продукта,
У нас нет каких-то ограничительных статусов, у нас нет каких-то жестких критериев, что вы должны выполнять какие-то условия. Нет, здесь все максимально лояльно, потому что мы строим экологическое осознанное сообщество нового поколения. И самый главный наш актив, потенциал, который мы приобрели с 2016 года по текущее время, это социальный капитал. И это основа основ. Это определенная база людей, с которой мы начинали и продолжили работать, но на том уровне, как мы могли на тот момент работать. Сейчас это совершенно другие растущие, постоянно развивающиеся механики взаимодействия. И когда вы будете присоединяться в чат-пространство, это будут не просто какие-то скайпы, телеграм, у нас сейчас начинает развиваться роль, профессия внутри SkyVault Community, комьюнити-менеджер. И что касается русскоговорящего чат-пространства, которое мы представим ориентировочно в октябре, я даже не представляю, сколько людей туда просто ринется с удовольствием, там будет конкретный комьюнити-менеджер, который будет выстраивать социальную модель поведения чата. Потому что все события, которые проецируются в мире, они двигаются через определенные механики взаимодействия. Можете считать это немножко политтехнологиями, социальными механиками, инструментами взаимодействия с участниками общества вообще в целом. Мы не можем этого использовать, потому что мы рассчитываем на быстрое, стремительное масштабирование после того, как Unisky Stream Technologies представит уже конкретный коммерческий проект. Мы не можем, не имеем права быть к этому времени не готовыми обеспечить ту инфраструктуру, которая сможет работать с тысячами, десятками тысяч людей, которые будут приходить за неделю, потом за день. И это время произойдет, потому что когда начнется коммерциализация технологии, то здесь вообще уже вопросов никаких не будет. Итак, сообщество, социальная направленность ассоциирует зеленый цвет. Это экологичность взаимоотношений, это экологичность взаимодействия, это экологичные помыслы и это осознанное сообщество. Что такое фиолетовый цвет? Фиолетовый цвет – это платформа адаптации обучения. И она неспроста фиолетовая, потому что на самом деле это серьезный растущий IT-продукт. Мы уже приступили к IT-версии. Сроки я вам не буду называть, но в будущем вы увидите то, что мы не будем размещаться на сторонних ресурсах, потому что, опять же, сообщество у нас будет расти, и мы максимально оптимизируемся, так же, как криптовалютное решение по проведению транзакций для избежания пользования различными обменниками, было создано свое решение. Также и мы не будем пользоваться сторонними в будущем LMS-системами, платить им лицензии, потому что мы создадим абсолютно конкурентную LMS-систему, среду для образования в международном формате. То, что нам не хватает, мы уже закладываем в техническое задание. И эта IT-платформа, образовательная IT-платформа, будет постоянно обучаться. Меня спрашивали, похоже ли это на то, что ранее делали с другими фондами, которые когда-либо сотрудничали с Анатолием Эдуардовичем. Нет, такого не было. И я скажу, что, возможно, такого не было на рынке. Закладывается также дорожная карта развития и перехода на блокчейн. Есть конкретное понимание ценности, но это будет итерациями происходить. В первую очередь мы хотим перевести все наши курсы на собственную площадку и стремительно уже работаем над этим с подрядчиками. Итак, дорогие друзья, запомните, фиолетовый цвет, цвет инноваций, цвет технологичности, цвет такого именно молодежного формата, потому что это в том числе инфобиз. И мы не будем в это впрягаться как-то и конкурировать, более с российским инфобизом. Мы будем выстраивать новые грани образовательных целей. Это образовательное направление. Что касается глубокого синего оттенка,
это вообще IT-платформа, личный кабинет, мобильное приложение, все элементы статистики, все элементы взаимодействия с пользователем внутри IT-решений. Это и есть наша финансовая платформа. И здесь тоже постоянно развивающийся механизм. Я некоторые вещи даже вам не буду говорить, так как это могут использовать конкуренты и использовать те же инструменты. На самом деле я давал задание пиар-отделу опубликовать новости. Она, знаете, примерно на уровне, что Unisky String Technologies сотрудничает с той компанией по 3D-моделированию, по моделированию в дополненной реальности, как компания Dassault 3D Systems. И мы тоже с определенными компаниями сотрудничаем и вводим свои решения для того, чтобы быстро операционировать с большими данными, которые у нас только растут внутри личного кабинета. Нужно обрабатывать большие потоки информации для того, чтобы формировать лучшие маркетинговые предложения, анализировать поведенческие аспекты, мотивы вообще пользователя внутри личного кабинета, чтобы предоставлять сервис высочайшего уровня. И на пересечении всех этих направлений и находится понятие и смысл SkyVault Community. Но также мы максимально упростили, и меня даже спрашивали, что у вас какой-то именитый дизайнер это делал, вы видите, что логика в упрощении. И SkyVault Community, я не буду сейчас раскрывать смысл, вы все это увидите в публикации. Там, в принципе, было небольшое интервью со мной, и я рассказал, так, ну, действительно, логика смысловая бренда, она мощнейшая. Она мощнейшая энергетически. Как только вы это осознаете, как только вы это впитаете, вы поймете, что для чего мы это сделали. И что это не просто какой-то, знаете, спонтанный ребрендинг, там что-то там перезапуск. Нет, это запланированный процесс в логике нашей трансформации. Потому что тот SkyVault Community, который я вошел в 2016 году, и тот, который сейчас, в 2022 году, это небо и земля. И в этом смысле приставка Sky – это высочайшее качество предоставления сервиса и услуг. Мы гордимся названием Sky, и мы ассоциируем наш растущий сервис, и мы максимально будем стараться слышать каждого пользователя. Для этого, в принципе, проект приемный сейчас и в стадии реализации, для того, чтобы еще больше повышать и обгонять конкурентов в финтех-среде, в социальных, может быть, механиках, в инвестиционной среде. Потому что, поверьте мне на слово, я прохожу достаточно мощный годовой трекинг с нашим архитектором сообщества Еленой. И нас там ассоциируют с компанией, которая самая крупная, которая очень быстро, стремительно развивается и у которой самое мощное сообщество, поэтому очень сильно заинтересованы, в том числе в реализации помощи нам, в максимальном развитии, так как это и их кейсы, когда мы покажем, а мы уже показываем и все это внедряем. Напишите от 1 до 10, как вам новый логотип. Как вам новый бренд? Я не знаю, еще появилась информация в социальных сетях, но, наверное, это в крайний раз, когда я представляю свою презентацию со старым брендом. И это не просто так, потому что перестройка произошла на всех уровнях, в принципе, организации. Так, Таисия Сушицкая пишет, что случилось. Дорогие друзья, все хорошо, все видно, все слышно. Иногда я смотрю в YouTube. Напишите, пожалуйста, в чате. Еще не всем все понятно. Николай, напишите, что непонятно, будем разъяснять. То есть это, повторюсь, никакой не ребрендинг в логике того, что внутри компании что-то меняется. Это, знаете, когда избавляется от определенных элементов, компания готовится к выходу, к стремительному масштабированию на международный рынок,
происходят такие трансформации. Это вот финальная трансформация, верхняя часть айсберга на самом деле, потому что трансформация в логике орг-структуры, она происходила с 2021 по текущее время и будет происходить, потому что когда будет представлена даже сокращенная версия орг-структуры, и вы будете понимать, кому, как обратиться, зачем, вы поймете, какая огромная работа была проделана. Мне задают вопрос. Покажите, пожалуйста, пример, как развивалась компания «Гигант» и сталкивалась с определенными трудностями начала развития, как сталкивается сейчас Unisky Stream Technologies, компания, которую мы финансируем. На самом деле ответ, он очень простой. Давайте посмотрим на историю компании Siemens. И компания, во-первых, 170 лет, и основал ее интересный достаточно человек Вернер фон Siemens. И фактически в раннем возрасте, 25 лет, он начал патентовать свои изобретения, Анатолий Эдуардович начал заниматься этим еще раньше, и вы знаете, что он запускал даже самодельные ракеты с мышками, первые пассажиры, так скажем. И Siemens запатентовал способ гальванического золочения, серебрения, но это не было основным изобретением, которое позволило капитализироваться вообще компанию и быстро развиваться. Далее, в возрасте примерно 30 лет, Siemens запатентовал совершенно революционное на тот момент изобретение. Это стрелочный телеграфный аппарат в 1847 году. И как вы думаете, вообще телеграф приняли или нет? Как вы думаете, было ли понимание, что телеграфное сообщение вообще как бы стремительно начнет занимать все континенты? Первым глобальным достижением телеграфа Баунштейн, Siemens и Хальски было создание телеграфной линии сообщения между Берлином и Франкфуртом. То есть считайте, это некий аналог пилотного проекта между двумя городами. Абсолютно малая протяженность дистанции. И даже после первого пилотного проекта у Siemens & Хальски начались проблемы, потому что некоторые заказчики не соблюдали технические требования. Ну и вообще, как бы, если не глубоко под землей, недостаточно изолировать телеграфные линии, то они изнашивались, показывали свою ненадежность, хотя технические требования-то были конкретно обоснованы. И далее уже были такие проекты, как в России в том числе, самое интересное, и 75 телеграфных аппаратов были поставлены в Россию, телеграфная линия между Санкт-Петербургом и Москвой была обеспечена. Вы наверняка знаете по истории, насколько мощной, сильной на тот момент была Российская империя. И время покажет, на самом деле, в будущем не исключено, что рынок российский для Unisky Stream Technologies также будет весьма важным. И неспроста Анатолий Эдуардович недавно участвовал в конференции по будущему развитию России и представил свое технологическое решение. И с 1853 года компания начала строительство огромной телеграфной сети, проходящей уже через всю Российскую империю. Ее длина составляла 10 тысяч километров. Я не просто так привожу в сравнение телеграф, потому что на самом деле это серьезный инфраструктурный проект, но более простой, чем реализует сейчас компания Unisky Stream Technologies, на мой взгляд, сугубо. И далее, соответственно, в начале 60-х годов Siemens уже участвовал в прокладке подводных телеграфных кабелей в открытом море. И в 1868 году был начат один из самых крупных проектов ранней истории компании.
это строительство индоевропейской телеграфной линии. На тот момент это называли вообще восьмым чудом света. И это тоже имело название Лондон-Калькутта. То есть, помните, Лондон-Париж, потенциальный проект, о котором говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, то есть трансконтинентальный проект, когда изучаешь историю компании Siemens, не кажется таким несбыточным этот проект. Потому что, естественно, в реализацию телеграфной сети многие не верили. Но примечательно то, что передача сообщений занимала всего 28 минут. И на тот момент это выглядело абсолютно полной фантастикой. Вот таким образом выглядела мировая телеграфная карта 1891 года. Просто посмотрите, это десятки тысяч километров. Это огромные вложения. Это венчурный проект того времени, который из логики стартапа стал абсолютно коммерциализируемым. И посмотрите на индоевропейский телеграф. То есть я думаю, что неспроста индийские делегации приезжают в Шаржу. Уже третье или четвертое. Ну, посмотрим. Я искренне надеюсь, что с Индией будут установлены плотные взаимоотношения по будущим контрактам. Но конкретики я не знаю. И посмотрите, вот как, в принципе, телеграфная сеть, телеграфная линия выглядит. То есть это опоры определенные и это провода. Ничего не напоминает. И, естественно, сравнивать нельзя. Естественно, Unisky String Technologies сейчас демонстрирует более сложные инженерные изобретения, реальные машины, испытанные, получившие сертификат соответствия качества. Но отдаленно можно проводить аналогию. И как вы думаете, в какую сторону сейчас смотрит компания Siemens? Вот, кстати, установка телеграфных опор в горах Кавказа. Потому что я в комментариях постоянно читаю, а как же будут устанавливаться опоры в пустыне, а как же они будут переходить через горы, а как же они будут проходить по воде, либо под водой. Есть решение у Анатолия Эдуардовича Юницкого. Если телеграф построили, и там тоже были опоры, то, в принципе, оптимизация существующих в прошлом всех решений подобных задач Анатолия Эдуардовича приведет к триумфальному именно шествию в логике победы над конкурентами, на мой взгляд. Компания Siemens сейчас также смотрит, как и многие другие компании, на транспорт над землей. Как вы думаете, почему? Потому что это тренд. Это сегодняшнее развитие на современные вызовы времени. Пандемия началась, закончилась, не закончилась, неизвестно. Но, тем не менее, сейчас совершенно другие требования для транспорта. И по санэпидемиологическим стандартам, и по пожаробезопасности, и по ужесточению вообще требований, соответственно, ужесточению сертификации соответствия качеству. И вот эту картинку я считаю немножко утопичной, потому что это то же самое, опять же, что лошади были с датчиками, с GPS-навигаторами. Ну, конечно, такая вот футуристичная, немножко смешная, может быть, аналогия, но это никому не нужно абсолютно. То же самое, как по пейджеру звонить, например. Или вместо прокладки телеграфа, например, через какие-то трубы передавать телеграммы. Ну, как бы это не имеет смысла, когда скорость передачи сообщений может быть намного больше. Я буквально сейчас из головы взял, и тролли этим могут, конечно, воспользоваться, но были ранее серьезные технологические решения. И сейчас как раз-таки технологические гиганты не смотрят в сторону развития электрокаров, не смотрят в сторону, ну, смотрят, конечно, в сторону развития электрокаров, так же, как и технологические гиганты в сторону развития пейджеров смотрели раньше. Я неоднократно сравнивал в существующей индустрии электрокары как с
этапом пейджеров перед смартфонами. И не смотрит Siemens сейчас в возобновлении линейки виртуальной реальности, заполненной реальностью, например, Siemens. Нет, они смотрят в логику транспорта над землей. Но это только концепты, это только визуализации. И инженеры, и визионеры всегда меняли каждую эпоху. Я считаю, что инженер и визионер один из самых мощных и по потенциалу, и по вообще видению трендов, невзирая на то, что все происходит в мире, сейчас очень достаточно стремительно, интересно, неожиданно. Он проецирует будущее в своей голове, и с помощью огромной команды, более 600 человек, Unisky String Technologies, которая также поделена на организационную структуру, реализует все в реальности. Вот Анатолий Эдуардович стоит перед контейнеровозом, который в усеченном здесь формате, и мы этого не скрываем. Здесь абсолютная экологичность. Мы взяли этот тренд из логики экологичного направления транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого в экологичность нашего сообщества. Потому что, знаете, те люди, которые пришли хапнуть, пришли урвать, они не задерживаются на различных ролях нашего сообщества. Да, они могут инвестировать, но по моему опыту они куда-то всегда пропадают и чего-то там ожидают. Хотя многие бьют себя в грудь, что вот там коммерческие проекты, у меня такие-то выходы. Но мы-то знаем, что на самом деле. Таким образом обстоит дело сейчас с эко-домом. Это действительно оазис посреди пустыни. Я недавно смотрел одно из чудес в Саудовской Аравии. Это зеркальный концертный зал. Ну, естественно, смотрел по YouTube. Надеюсь, что и там когда-нибудь будут проложены струнные пути сообщения. И выглядит это, конечно, потрясающе. Не менее потрясающе, я могу сказать, выглядит зеленый оазис среди пустыни. То есть это же тоже визионерство, это концепция, это инженерия. И это соответствие жесточайшим стандартам внутри Арабских Эмиратов, которые закладывались. Поэтому, на мой взгляд, все меньше и меньше я бы говорил о технологической составляющей и проходился по вехам, потому что Unisky String Technologies действительно удовлетворяет сегодняшним требованиям, и все вопросы по дивидендам, по токенам мы со своей стороны, как SkyVault Community, будем задавать, потому что четкий ответ мы хотели бы тоже получить, и чтобы вы, как участники сообщества, абсолютно открыто, честно и осознанно передавали в глубину нашего сообщества. Фактически, здесь я просто бы перелистнул слайды, потому что я это говорил неоднократно. Технология прошла сертификацию под тем видом подвижных составов, которые сейчас перемещаются на трассе 400 метров. Готовы подвижные составы контейнеровоз уже в полноформатном объеме и размере. Готов пассажирский модуль для перевозки более 20 пассажиров, уже различные признания у компании-разработчика. Давайте остановимся на тех делегациях, которые продолжают сейчас посещать, и огромный интерес проявляет в первую очередь Индия. И, возможно, повторюсь, история будет повторяться, и будут какие-то трансконтинентальные и внутриконтинентальные между большими расстояниями городов образовываются проекты. Я не исключаю, что это также может появиться и в Индии, и в Латинской Америке, потому что на самом деле при текущей экономической ситуации те, кто будут заказчиками проекта, те, кто будут финансировать эти проекты, будут максимально ориентированы именно на возврат инвестиций. Потому что Unisky String Technologies может вернуть инвестиции в отличие от современных транспортных решений. Потому что в экономике все достаточно сейчас нестабильно. И сверхкризис, который
не настал еще, но уже как бы микрокризис, который доставляет много хлопот и нарушает у многих жизненных планы, я думаю, то есть, ну, у меня точно нарушил несколько жизненных планов, я не мог этого предположить, но я всегда, понимаете, держу в голове, возможно, я совершил уже тот шаг, который реализовался в будущем, и просто должно пройти время, то есть капитал, тот, который, ну, фактически не достичь мне сегодня, потенциально я сформировал уже посредством актива инвестиций в UnitSky Stream Technologies. И, кстати, Siemens компания пережила две войны и множество экономических кризисов. Тоже неспроста я привел эту аналогию. То есть серьезные геополитические, экономические события также происходили при развитии компании Siemens. Но при потребности технологии в современном мире технология просто не имеет права не появиться. И, конечно же, масса заказчиков обращает на это внимание. Кто только уже не приезжал с Индии. То есть это и представитель Министерства транспорта, это из со штата Гоа, и продолжает приезжать на самом деле делегации. И крайняя делегация – это уже из компании Green Hydrotech Projects, то есть зеленые гидротехнические проекты, соответственно. И, естественно, по названию стоит понимать, что заинтересовалась зеленая энергетика, абсолютная оптимизация, абсолютное удешевление конструкции, использование любого типа движителя, соответственно, топлива, и ни одно транспортное решение на сегодняшний день не может предоставить такие возможности. То есть вот по делегациям я не хотел бы сильно останавливаться, потому что они идут, шли, будут идти и будут идти даже после начала коммерциализации. Это свершившийся факт. Знаете, поток, как электричество течет по проводам, также и делегации приезжают и приезжают на научно-инновационный центр Шаржи UnitSky Stream Technologies для изучения технологии, и уже идет вплотную работа внутри компании и с представителями заказчиков по коммерческим проектам. Я думаю, что до смены этапа, под этапа, компания UnitSky Stream Technologies представит некую концепцию, то, что было совершено в логике развития и отношений по коммерческим проектам, и развития самой компании, и далее уже представит дорожную карту дальнейшего развития. И, конечно же, при текущем развитии и строительстве второй, четвертой трассы, что ничего не останавливается, и определенные события происходят в мире, но проект продолжает работать и будет работать, потому что это технология, которая нужна сегодня миру. Даже модель струнного транспорта установили в центральном корпусе SRTI Park для того, чтобы заказчики, ну, просто не могли упустить вообще необходимость посетить научно-инновационный центр UnitSky Stream Technologies в Шарже. Конечно же, это дополнительная капитализация и самого парка Шаржи, потому что чем больше интереса, тем больше инвестиций могут прийти и на другие компании. Я вам могу сказать, что есть в маркетинге такое понятие «вводная услуга». И, возможно, даже в логике «вводной услуги» используется макет. Ну, это мои догадки. Я бы не упустил возможность посетить реальную трассу, которая существует, можно проехаться, можно задать вопросы представителям UnitSky Stream Technologies и получить уже конкретные проработки по коммерческим проектам. По выставкам я тоже не буду сильно останавливаться. Я хотел бы остановиться, опять же, на концепции визионерства.
Вот эта картинка, я ее держу всегда в голове, и мне интересно, как это будет в реальности. Что-то мне подсказывает, что в реальности будет либо лучше, либо так же. Потому что хуже по логике исполнения и виртуозности инженерных решений Анатолия Эдуардовича я не наблюдал. Если вдруг что-то невозможно реализовать как задумано, то срок лучше чуть сместиться, и будет показана законченная, действительно полноценная работа, которая достойна внимания. Как будет выглядеть контейнерное депо в испытательном центре Шарджи? Это, естественно, с требованием стандартов, в том числе по оформлению станции контейнерного депо. И вы видите здесь жесткую эстакаду для перевозки уже сверхгруженных контейнеров, и Yukon будет этим заниматься. Уже на самом деле история, то, что происходит стройка второй и четвертой трассы, то, что натягиваются и фактически натянуты струны и на трассе 4, и все по плану в логике подключения электричества. Компания этого не отрицает, даже показывает видео, которое было представлено. Несмотря, опять же, на то, что происходит сейчас в мире. И продолжаются монтажные работы также на тяжелой трассе номер 4. То есть вы видите здесь, в принципе, уже очертания конкретные приобретают будущие струнные рельсы. И я могу сказать, что также продолжаются монтажные работы в логике трассы номер 2. И ничего не может абсолютно это остановить. Потенциальные направления и переговоры – это то, что компания показывает на сегодняшний день в открытом доступе. Это могут быть коммерческие проекты, которые в первоначальном варианте либо в логике уже переработанная версия находится в секретном режиме. Но, естественно, здесь никто не будет показывать те проекты, которые вот-вот уже будут заключаться именно в том виде, которым они показывают. Всегда соблюдается абсолютная секретность, абсолютная защита ноу-хау. И я не понаслышке знаю, что то, что происходит работа с крупными инвесторами, там жесточайшие NDA. То есть, если информация будет распространена, в том числе предполагаются достаточно серьезные штрафы. СМИ продолжают рассказывать об Unit Sky String Technologies и в логике выстраивания брендинга и репутации. Я вам могу сказать, что мы достигнем того этапа, что СМИ начнут говорить и о SkyVault Community. Мы сейчас готовы к этому. Я повторюсь, в таком рассвете сил, в котором сейчас находится SkyVault Community, с такой мощнейшей командой мы не видели, я лично не видел SkyVault Community никогда. И если бы мне описали команду, те процессы, которые происходят, то я просто с рвением пожелал бы присоединиться к SkyVault Community в качестве именно профессионала, именно специалиста внутри. Потому что с учетом тех сложных событий, которые происходят в мире, мы тоже ставим перед собой определенные задачи. Стать лидером на рынке инвестиционных услуг, в принципе, надеемся долго и счастливо сотрудничать именно с финансированием технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Если говорить про то, что происходит непосредственно по мероприятиям и событиям в SkyVault Community, то у нас запланирован целый большой календарь мероприятий, событий, которые либо уже представлены, либо в ближайшее время будет представлен всему сообществу SkyVault Community. Близлежащее событие – это будет событие в Республике Беларусь с присутствием вьетнамской делегации, то есть наших рекордсменов. Кстати, прошла вьетнамская конференция, и я могу сказать, что
мы, как SkyVault Community, четко соблюдаем рамки сотрудничества с теми или иными партнерами. И SkyVault Community не сотрудничает на сегодняшний день с вьетнамской компанией FinFat Group уже с мая 2022 года. Объясню историю. Да, были поездки и бывшего представителя правления Владимира Маслова и Франтишика Соллера, но определенные обещания были даны FinFat Group и истрактованы таким образом, что адресные проекты появятся. Я от этой информации всегда держался на дистанции. Вы знаете, что я в своих вебинарах эту тему не освещал, потому что я на тех переговорах не был. И я думаю, что появится интервью Франтишка Соллера, где он расскажет вот эту историю, именно что касается взаимодействия с вьетнамскими компаниями и почему прекратилось взаимодействие с FinFat Group, как именно лицо, принимающее участие в эпицентре этих событий. Но от нас, как от представителей правления, если не соблюдаются обязательства, если не соблюдаются планы по инвестированию, то, соответственно, мы считаем это невыполненными обещаниями, имеем полное право прекратить сотрудничество. Надеюсь, FinFat Group также уберут логотип с сайта и на это направлены соответствующие письма. Вот мероприятие, о котором я говорил, вы здесь видите совершенно другую логику брендинга. И это не перезагрузка компании, ничего не меняется, меняется уровень подачи информации, и это вы увидите во всем. И в видеопродакшене, и в лендингах, и в брошюрах, и в презентациях. Все, что новый партнер будет получать от SkyVault Community, он будет чувствовать вот это пронизанное качество и высочайший уровень сервиса и обеспечения профессионализма выполненных работ. Напишите, пожалуйста, в чате, вот как вам вообще, вот как это все выглядит по сравнению, вот, пожалуйста, справа старый логотип и переформатированный логотип. Хотелось бы видеть вашу реакцию. Ну, вот такие вот события и краткие новости от меня. Я искренне надеюсь, что вам помогла аналогия с транснациональной корпорацией, которая прошла путь непонимания, недоверия, непринятия. И пилотный проект за пилотным проектом пришла к тому, что реализовала сотни тысяч километров, десятки тысяч километров в начале уже в логике создания инфраструктурных проектов. То, что было создано ранее, как говорится, тот бегун, который установил рекорд, уже не считается рекордсменом, и это рекордом не является, если этот рекорд могут побить другие. Я не исключаю, что Unit SkyStream Technologies как раз та компания, которая обеспечит огромную часть инфраструктуры в логике современных требований рынка транспорта, логистики и строительство городов нового типа. Не так много времени осталось, когда будут продемонстрированы первые трассы, которые готовы для коммерческого применения. Не забывайте, кстати, про Unilight. И Unilight на Мариной Горке тоже сделан абсолютно неспроста. И есть на это заказчики, и в этом плане работа тоже абсолютно движется. Я наблюдаю сплошь и рядом, что многие интернет-проекты прекращают свое действие. Многие те, которые были основаны на рынке криптовалют, сейчас приходят в упадническое состояние, формируют логику кассового разрыва, не могут выплачивать своим партнерам. И мы всегда предупреждаем о том, я конкретно говорю, не меняйте реки на океан. Океан возможностей, океан стабильности в будущем, и не стоит гнаться за той жар-птицей, которая обеспечит вам пассивный доход через в каком-то смысле манипуляцию, обман других людей, потому что вы не можете говорить за то, что продолжит этот проект работать или нет. Но те проекты, которые работают более 5, 6, 7 лет, и компания выполняет свои обязательства, я бы рекомендовал обратить внимание и передавать информацию. У нас также формируется сейчас
специальный чат-бот, который будет иметь административную панель, статистику. И мы предоставим постепенно, как SkyVault Community, продукт даже для студентов, которые будут просто передавать информацию и зарабатывать, не скажу что, но определенную единицу уважения, меру пользы принесения сообществу SkyVault Community. И это они смогут монетизировать. Мы в том числе имеем миссию, как SkyVault Community, предоставить молодым, перспективным и тем, кто вдруг потерял свое текущее место работы, достаточно интересные роли в сообществе, достаточно интересные профессии, которые также можно будет получить непосредственно на нашей платформе адаптации обучения и трудоустройства. В чем наше отличие от тех платформ, которые находятся на сегодняшнем рынке? Они не дают трудоустройства внутри. Лучшие смогут приобрести компетенции и работать по тем навыкам, в которых они максимально реализовались в SkyVault Community. Мы – это та компания, которая мыслит себя в логике lifetime conception. Именно компании для работы на всю жизнь. И невзирая на все, мы продолжаем работать, мы продолжаем проводить мероприятия, мы продолжаем вести вебинары, мы продолжаем улучшать Sky-сервис и уровень предоставления услуг, профессионализм наших сотрудников от SkyVault Community. И единственный наш критерий, насколько мы с вами финансируем то будущее, которое создаем. Благодарю вас за внимание. С вами Алексей Суходоев, представитель правления SkyVault Community. Напишите, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы. И как вам информация традиционно? Небольшая NPS-очка, то есть это анализ вашей лояльности к моим вебинарам. От 1 до 10 поставьте, как вам информация. Так. Добрый, скажите, на какой стадии продвижения SVG-токены? Мы лично, как SkyVault Community, никто из нас на этот вопрос компетентно ответить не можем, но в приемной у нас будет раздел обращения через нас, Unisky String Technologies, потому что мы рекомендуем и по коммерческим проектам, если у вас есть связи, связывайтесь с Владом Волковым, руководителем подготовки, руководителем отдела подготовки адресных проектов для передачи информации в Unisky String Technologies, потому что через него можно компетентно это сделать. Это абсолютно доверенное лицо от нас, как от представителей правления. Но все вопросы мы будем решать, потому что это необходимо для того, чтобы те люди, которые либо инвестировали в прошлом, либо будут присоединяться в ближайшем будущем, получили ответы действительно на все вопросы. Благодарю, Алексей, заросли новые возможности. 10 баллов. Можно ли с вами встретиться в Минске? Олег, одна из моих помощниц, с вами, как я понимаю, на связи, то есть ближе к делу при наличии времени и потребности, такой вот именно серьезной потребности, конечно же, можно будет встретиться, когда я буду в Минске. Дорогие друзья, вот положа руку на сердце, вот напишите в комментариях, хотелось бы вам работать после всего узнанного не просто в компании, которая финансирует транспорт нового поколения, а именно в компании SkyVault Community. Потому что мы бренд, мы компания, мы имеем свою дорожную карту развития и идем нога в ногу именно по развитию, финансированию струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но мы также будем представлены на массовых ресурсах в будущем. Сейчас происходит огромная глубинная работа над репутацией. И очень серьезные подрядчики отбираются, юристы. Потому что мы понимаем четко, куда мы движемся, что мы говорим,
что другие не могут говорить о нас. Хотели бы вы с такой компанией связать свою жизнь? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Благодарю за внимание. Вопросы я больше не вижу. Всем счастливо. Пока. Находиться вдали от городского шума и суеты, наслаждаться природой, но в то же время пользоваться всеми благами цивилизации и использовать свое время наиболее эффективно. Это возможно благодаря линейным городам Юни-Сити. Позволяют сочетать здоровую среду с высоким уровнем комфорта и транспортной доступности, открывая путь к образу жизни будущего. Экваториальный линейный город – это экологичный город с развитым общественным транспортом, зеленой энергетикой, высокоразвитой экономикой. Такая сеть дорог оставит поверхность Земли, как это и было всегда, для жизни, растениям, животным и людям. В будущем линейные города будут иметь протяженность десятки, сотни и даже тысячи километров. Они гармонично впишутся в любой существующий природный ландшафт, сохранят региональную и глобальную экосистемы, позволят эффективно осваивать отдаленные и труднодоступные территории, задавая новый стандарт расселения, соответствующий вызовам 21 века. Линейные города могут быть сооружены в горах, на заводненных территориях, а также на морском шельфе, в том числе со сложным рельефом, в пустынях, тайге и джунглях. При возведении линейных городов не понадобится вырубать леса, прокладывать автомобильные и железные дороги и другим подобным образом нарушать биогеоценоз в зоне застройки. Отличительный элемент каждого кластера линейного города – здание доминанта целевого назначения со встроенной станцией и трассой транспортной системы Unit Sky String Technologies. Трассы Unit Sky String Technologies содействуют развитию линейных городов, городских поселений кластерного типа, гармонично вписанных в окружающую природную среду. При необходимости транспортная система Unit Sky String Technologies может связать кластеры с городом, вблизи которого он будет построен, и предоставить высокую транспортную доступность, а также обеспечить интегрированность в существующую инфраструктуру. Благодаря эстакадам Skyway в самые отдаленные уголки придут линии современных информационных коммуникаций, электричество, вода и плодородная почва, а затем и космическая продукция. Ее также придется развозить в разные, самые удаленные точки планеты. Вокруг них появится жизнь, и с поверхности планеты постепенно исчезнут пустыни. Жилье в горах и на шельфе моря будет престижнее, чем, например, в Нью-Йорке или Париже. Человек и природа станут, наконец, пребывать
в гармонии друг с другом. Линейный город с миллионами рабочих мест, построенный вдоль эстакады общепланетарного транспортного средства, в том числе и через океаны, с транспортно-инфраструктурным комплексом Skyway, городским, высокоскоростным и гиперскоростным, позволит начать коммерциализацию программы SpaceWay еще до вынесения земной индустрии в космос. Каждый кластер в этой системе представляет собой специализированное поселение, которое одновременно является коммуникационным узлом, транспортным, энергетическим, информационным, иным, глобальной наземной сети Transnet, а вместе с общепланетарным транспортным средством и космическим индустриальным ожерельем орбита геокосмической сети UNET, объединяющей всю планету и ближний космос в единый транспортно-инфраструктурный комплекс.